Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, у нас продолжаются новогодние праздники, и я получил свой новогодний подарок от одного из самых, наверное, активных подписчиков моего канала, человека, который давно находится вместе со мной плечом к плечу в развитии моего начинания, в развитии моего детища. Я очень хочу развить свой канал до необычайных высот, ну и, соответственно, вот размеры канала зависят исключительно, ребят, от вас и от вашего вклада, соответственно, в его рост. Миш, спасибо тебе большое, мне крайне сильно приятно, и скажу откровенно, что бы там ни лежало, я уже тебе безумно благодарен. Ребят, невозможно оценить тот кайф, который ты получаешь, получая подарки, поэтому если вы имеете возможность дарить своим друзьям подарки, дарите обязательно, отправляйте. Я больше чем уверен, что бы вы ни отправили своему другу, он будет точно так же безумно рад и благодарен, как я сейчас рад Михаилу. Ну что, давайте откроем, посмотрим, что Миша мне прислал. Миша не спрашивал, не интересовался, по большому счету, чего бы мне там хотелось. Попытался задать этот вопрос. Понятное дело, что мне на него было ответить крайне сложно. Поэтому Миша решил выбрать самостоятельно, и от этого мне еще более приятно. Ну что, открываем. Я хочу посмотреть, что там внутри. У меня прям руки мокрые. Миш, спасибо тебе большое, огромнейшее тебе спасибо. Два косаря голды, которые сейчас станут просто такие вот супер на части для того, чтобы поучаствовать в новогоднем аукционе. Очень жду третьей волны. Контейнеры с новогодней маскировкой и мистический сертификат. Это просто чума, Миш, спасибо тебе большое. Миша знает, насколько я не фартовый в игре в отношении открытия там каких-то контейнеров и так далее, поэтому прислал все готовое. Мишань, спасибо тебе большое. Я не знаю, реально, вот сейчас, ребят, у меня слезы на глаза наворачиваются, потому что с моим нефартом получить мистический сертификат, из которого явно выпадает машина, ну, это просто неимоверное, ребят, счастье. Я сейчас открою сначала контейнеры новогодние маскировки. Посмотрим, что там нам повыпадает. Явно что-то годненькое должно упасть. Миша знает по поводу того, что, допустим, те же самые камуфляжи я не сильно признаю. Есть там какие-то любимые, но я не сильно заморачиваюсь над ними. А вот что касается сертификата на свободку, вот это очень-очень даже кстати. Во втором контейнере нам падает явно тоже что-нибудь приятненькое. Еще сертификаты и еще один камуфляж. Кстати, заметьте, ребят, камуфляжик тот же самый, один в один. Вот как интересно прописаны шансы выпадения в этой игре. Ну что, смотрим, что еще. Еще 20 сертификатов и еще один камуфляжик «Зимние каникулы». Ребят, я безумно рад, но понятное дело, что сейчас у меня прям, не знаю, зашкаливает эмоции. Я боюсь нажимать мышью на сертификат мистический, потому что, ребят, ну вот в нервном таком ожидании, что оттуда упадет. Я очень-очень сильно надеюсь, я прям держу пальцы крестиком, чтобы оттуда упала машина, которой у меня нет. Ну что, поехали, я не буду долго тянуть, не знаю, я просто, блин, не могу словами описать. Да! Да, ребята, пускай это пятерка, кто-то скажет, что это песок, кто-то скажет, что мне там не повезло и так далее, но данного аппарата у меня в ангаре нет, М4А2Е4, он был недавно на продаже, и скажу честно, ребят, меня задавила жаба покупать его, я ждал все-таки новогоднего аукциона, соответственно, ну... И решил его не брать. Где ты, братка, упал у меня М2Е4? Господи, куда ты провалился-то? Ай, так, ладно, хорошо. Сделаем по-другому, сделаем вот так вот. М2, М4, А2, Е4. Вот он, красавец. Обязательно снимаю на него обзор и обязательно выкладываю на канал. Миш, видео, которое выйдет по М4, А2, Е4, исключительно благодаря тебе. И я безумно, безумно тебе благодарен за такое великолепное настроение, которое ты мне сейчас подарил, ну, отправив мне этот подарочек. Спасибо тебе большое. Ребят, подписывайтесь на канал, смотрите видео, буду вам безумно благодарен. Очень хочу, чтобы канал становился как можно больше. Ну и чтобы мы все были большой дружной семьей, которая любит танки и воспринимает игру именно как игру, а как не возможность или необходимость просто в ней потеть. Получайте эмоции, дарите эмоции. Ребят, обязательно, обязательно необходимо дарить эмоции друг другу. Я буду пытаться дарить вам эмоции позитивные своими видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира, обязательно спокойствия, ну и обязательно счастья и удачи. Пока-пока!